3 августа 2019 года. Вот. Хотел я показать. Короче, он там находится, город Красноперекопск. Вон содовый завод. Вот, а вот здесь вот я давно хотел показать. В общем, это озеро. Хлор и аммиак, короче. Такого она цвета. Вон она туда идет. А вот там находится у нас городская свалка города Красноперекопска. Переходик по трубам. Вот сейчас слезу и покажу. Короче, вот сейчас высохло озеро настолько. Вот это все выпаривается, короче, и уйдет в воздух. Хлор, аммиак. Это сбросы идут отходов химической промышленности. Ну, вон город Красноперекопск, рядышком. И заводы прям. В 2 километрах от города, короче. И вот тут вот такая красота. А то все переживают за кислоту. Все переживают за какой-то кислотоотстойник. Но никто почему-то не переживает, когда рядом находится целое озеро хлора и аммиака, которое постоянно выпаривается. Вот тут, в этом озере, короче, я в детстве. Мы... Короче, я в поисковом клубе был. Мы ездили сюда. С войны траншеи копали. Сейчас надо перейти, короче, тут. Чтобы не провалиться. Короче, приехали пофоткаться сюда. Сейчас я пролезу через эти дебри. Заросли. Короче, мы уходили по вот этому. Оно держит именно как лед. По нему ходишь, оно. И провалились, короче. Ну, я провалился. У него искупался. А потом на той стороне у нас есть соленое озеро. Тоже оно сейчас сильно высохло и упало, вообще обмелело. А там находится, на берегу этого озера, с той стороны, ближе к городу Красноперекопску, находится пляж, на котором раньше отдыхали, загорали и принимали ванны солнечные. Ну, тут эта грязь, она считается, короче, целебной. Для здоровья полезной. Но, естественно, не в этом озере, которое... Это озеро загадили химией. Это были когда-то уникальные озера именно. По своему этому составу. Соленые озера. Здесь в них ничего толком не живет, они очень соленые. А так как вот, вот такие цвета, не знаю, передаст камера, нет? Умерите там, я снимаю. К друзьям, короче, заехали в гости. Подруги жены детства. Давно не виделись. Девки, короче, малеха. По 50, короче. Ну, решили поехать пофоткаться сюда. Я как раз решил вам видео снять. Приехали. Вот такая красота вообще. Вон. Крымский содовый завод. Трубы. Парит, парит, испаритель. И вот такое красивое озеро. О, сколько в нем красивое, такой хлорной пены. Это все выпаривается, поднимается воздух. Красота. Ну и кислотоотстойник. Он находится дальше, туда, севернее. Который парит. Серная кислота. Так, не матюкаться, я снимаю. Я видео снимаю, и не падать в это озеро. Катя, не шоркайся там это, возле этого озера. Девки чудо сейчас купаются. А до ближайшей пресной воды еще ехать и ехать. Я когда скупался, у меня, короче, кожа как от загара слазила. Ну, прикиньте, сколько тут химии в этом озере. Такая красота. Можно на Google карте посмотреть, она такого же цвета. Такая достопримечательность у нас есть. Тут кровопролитные бои были, когда Крым брали. Мы ездили туда на велосипедах раньше. В район села Смушкино. А дальше у нас находится сольпром, на котором соль добывают. Крымскую соль. Это отсюда еще, не знаю, сколько километров, 10, наверное. А на той стороне, получается, часть озера отгорожена, и там сделана свалка. Города Красноперекопска. Так, не матюкаться, я снимаю видео. Нафига вы лезете в воду? Она, блин.
Ядреная, что капец. О, видите, какой у нас народ без... Да не лезьте в воду эту, она, блин... Да не лезьте в эту химию, блин. О, видите, какой у нас народ безбашенный. Говорят, что мы это на Северном Крыму с прибабахом, блин. О, видите, какой народ у нас с прибабахом. Реально, вот озеро с химией, короче. А вы говорите какие-то там. А народ там пишет у меня этот. Как вы там живете, блин, этот? Химия, да у нас завод вы там на территории города, да, почти находится, можно сказать, в огороде. У нас два химических завода в огороде находятся. Ну, я же, да я показываю. Я же говорю, что это, у нас жесткие химические заводы находятся. Можно сказать, в огороде. Сейчас тут, короче. Так, не матюкайтесь, это этот Дэвид. А? Покажи им, как я живу. А, вылазь оттуда сейчас. Да не ныряй, блин, вылазь. Не ныряй, не гони. Пошли. Да не ныряй, машину сейчас все вымочишь. Да я не вымочу. Все, да не надо, не ныряй, блин. Я выжмусь. Да вылазь нафиг. О, безбашенный, видите, народ какой у нас. По колено грязи, ребят. Да я знаю, блин. Ну, видите, у нас народ безбашенный, говорите. Там малые ходили. Смотри, у меня потом шкура слазила от него. А вот там у нас находится, короче, возле завода с той стороны, короче, озеро. Озеро Старое, по-моему, называется. И там, короче, вообще, блин, жесть. Оно еще пожестче, чем вот это. Там скидывают химию туда. Там бромный завод химию скидывал. Вылезай, нафиг. Ты полезай, сейчас машину мне всю намочишь, блин. Это химия, блин. А потом вонять будет машине, знаешь, как капец. Да тут пресной воды реально близко нету, а канал пустой. А канал сухой. Да-да, раньше можно было в канал поехать скупнуться. А сейчас канал сухой. О, видите, какие у нас народ на севере Крыма. Ну, видите, народ у нас без башни. А кто-то там говорит, как вы там живете, да? Мы так и живем, ну пофигу, мы уже пропитались этой химией. С детства, с рождения. Насквозь. Все этой химией пропитались. А вы там за мед рассказываете какой-то. В него там что-то попало. Думаете, вот этому нашему народу, блин, испугает, что там в мед что-то попало, или там, что мы продукты какие-то едим ГМОшные. Я сомневаюсь. В нашем городе химиков точно всем по барабану эта химия. Вон там было немецкое кладбище на той стороне. Большое, немцам тут наваливали наши хорошо. Там вообще бои были жесткие. Много бойцов подняли в тех степях. Тут между озерами, получается, пробивались наши. Когда Крым освобождали. Да и в 41-м тоже. Повоевали тут. Не кисло. Ладно. Леха скупался, короче. Только пресная вода аж дома. А пресная вода аж дома теперь будет. Вода выжигает пальцы. Вылезай, она, блин... Одежду можешь выкинуть уже сразу, и труба будет. Она начнет... Она раз... Да, это уже все, им дрова. Она разлазится начнет. Так она, одежда потом разлазится. Я знаю, я что-то нырял, малый. Скупался. Ну, у нас там хоть на том озере. Так я тоже видео снимаю. Надо... Заебали, прикинь, потом мы это, бля. Прикинь, ты такой в больнице потом будешь лежать, такой весь перебинтованный. Там, весь перебинтованный такой, а мы будем сидеть, орать с видео этого, вспоминать потом. Я тебя говорю. Да не, оно потом шкуру. Ну сейчас не жарко, а тогда, когда жарко, оно высыхает. Шкуру обжигает сверху. Таня, 100 рублей там уже дрова им. Их сушить надо. Блять! What the fuck, да? Да не матюкайся, я снимаю видео.
Я не бачу камни. Ты тоже лазишь еще, сейчас нырнешь туда. Возле воды там. Слышь? Что тебя туда тянет ходит? Она говорит, кума, кума. Ну. Она походу рожать собралась. Не, тебе придется еще одна. Не. Я больше фак. What the fuck, да? Да. Не, мы вот по той штуке, короче, ходили, бля, малые. По ней, короче, я шел, а потом к краю подошел и провалился, короче. И так же он, как Леха сейчас купается, я так же сам искупался тут. Но мы потом хоть залезли. Не лезь туда, это что? Кать! Леха не купается. Да не лезь, я говорю, ты сейчас намочишься. Леха стирается, поверни камеру. Вот выкинешь у тебя свои эти. Поверни камеру на нас. Нафига вам пьяные морды ваши видеть? Вот так. Леха купается, на нас? Вот так, да. What the fuck, да? Всем привет. Типа да. А говорю, не лезь туда, блин. Тихо, я не лезу. Ну сейчас бултыхнешься, блин, по колено, блин. Че тебя туда тянет? Отойди оттуда. Ну вот девки, блин. Давайте оттуда, она уснула, блин. Девки, по пивасику, по водярочке и, блин, уже можно купаться, да? What the fuck, ладно. Все, всем пока. Короче, вот такой у нас тут народ безбашенный. На всю голову отмороженный. Один я трезвый езжу. Ну и малая он тоже трезвый. С ребенком. Жена сегодня отрывается, короче, с подругами. Ладно, все, всем пока.